Привет, жители другой стороны Земли! Ну как вы там все еще ходите вверх ногами? Ладно, ладно, я знаю, что вы ходите... Не ходите, а лежите, наверное, вы не так далеко. Но теперь точно пойдете, потому что у вас, ребята, будет аудиофильский шабаш. Тембральный разврат едет во Владивосток. Ребят, все, кто живет в Владивостоке и в окрестностях, значит, на эти выходные прямо отменяйте все, потому что два дня, 10 и 11 числа, с 11 до 7 вечера каждый день у вас будет происходить настоящий аудиофильский шабаш с Мартином Логаном, Мияу Рендерами и, в общем, всем тем, что вы представляете себе, да до сих пор ни разу не слышали. Дело все будет организовано в хай-файном магазине под названием Digital Hold на Партизанском проспекте. Ну, впрочем, все подробности в описании, там уже будет ссылочка на ивент, в котором нужно зарегистрироваться, чтобы прийти, а я пока вам расскажу, чего будет. Во-первых, конечно, Мартин Логан, а именно обязательно электростаты, ну, конечно, неолиты, которые вы видели у меня в видосах, наверное, туда не потащат, но вот те, которые я снимал до того, наверняка будут, то есть будет и более младший электростат с пассивным сабвуфером, и более старший с активным сабвуфером, короче, будет что послушать. Да, еще, кстати говоря, раскачивать Мартин Логаны будут тоже макинтоши, в общем, во-вторых, будет Аурен. Ну, то есть, вот эти вот самые такие, одни из самых крутых и дорогих в мире цифровых источников. Собственно говоря, с их помощью, я думаю, вы сможете понять, можно ли заставить петь вот эту самую бездушную цифру. И, кстати говоря, будет средних один аппарат, по-моему, вот у них топовый, который чуть ли не 2 миллиона стоит. А, кстати, вытягивать душу из бездушной цифры будут еще цифроноговые преобразователи MyTech. Я тоже снимал про один из них, и, значит, там будет и то, что помладше, и то, что постарше. Короче говоря, целый набор, по-моему, вся линейка MyTech собирается прибыть. Быть во Владивосток. И, что немаловажно, вот это вот тоже там будет, да, полный набор вот этих вот самых крутых в мире магнипланарных хай-эндных наушников Odyssey. Ну, то есть, ребят, вы слушали когда-нибудь, как играют наушники за 500 000 рублей? А вот теперь услышите. Ну, кстати говоря, из-за того, что там и источники, и усиление, и цифроаналоговое преобразование очень достойные, то реально вот наушники за 500 000 вы сможете услышать, на что они на самом деле способны. Причем системы эти, на которых вы будете слушать, они вырезаны вплоть до электропитания, потому что вот это вот, то, что туда приедет, везут полный набор, значит, этих вот приборов для очистки и раздачи электроэнергии Мудро, про которую я тоже снимал, и которая вот у меня есть, видите. Короче говоря, будет и у вас во Владике. Если кто не верит, что сетевые провода влияют на звук, то можете сами прийти, воткнуть вилочку, вынуть вилочку, переткнуть в любую другую розетку и послушать, меняется что-то или нет. А, чуть не забыл. Еще же обещают там наградить целый домашний кинотеатр, причем тоже на Мартин Логанах, под управлением вот этого вот плеера Zappity. Я про него тоже как-то снимал, но, по-моему, я снимал не про самый старший. Что-то уже забыл. Ну, короче говоря, будет там вот самый жирный, тот, который получил премию Айза, да, то есть как лучший в своем роде аппарат в категориях воспроизведения аудио и видео. В общем, дорогие жители Владивостока и окрестностей, угар обещает быть страшным. Не пропустите, пожалуйста. 10-11 число, эти выходные, все отменяйте, всем быть, это приказ.